Пожалуйста, мне напомнило прекрасный блошиный рынок в районе Сан-Диего. Проклятое место. Я не знаю, как дальше жить. Очень круто. У меня все фотографии этого фургона, пока он еще новенький. В Москве таких мест нет. Мау-бургер? Да. Так же, как и мау, не вечно. Вкусно. Здорово. Очень много людей. Я тоже ненавижу.